Сменить фотографию на фоне елки на весенний снимок предложили саратовцам в минувшие выходные. В парке Липки для всех желающих устроили бесплатную фотосессию на фоне весеннего города. За новым снимком отправилась и наш позитивный корреспондент Надежда Маско. Что может быть прекраснее весенних солнечных деньков? Конечно же, весенние фотосессии. Мы находимся возле парка Липки, и сегодня нас ждут прекрасные фотографии. Ой, какая милая собачка. У меня же получится с этой собачкой тоже пофоткаться. Надеюсь, она меня не укусит. Ты фотозвезда? Ой, иди сюда. Ну, мне кажется, фотосессия пока не очень у меня получается. Она нет. Да отпускайся, отпускайся. В чем проблема? Мы будем с тобой сегодня фотографироваться? Идем еще раз пробовать. Здорово такая. Я не пойму, кто лучше, я или собачка? Мне кажется, мы обе прекрасны. Мне кажется, вам лучше на фоне консерватории. Либо на моем фоне, например, можно. У меня только фотографии с собачкой есть. А должны же еще быть без собачки. А вы не видели фотографа? Вон там сзади. Сзади, да? Там сзади. Значит, если они шли оттуда, значит там. Язык до фотографа доведет. Тут серьезный такой образ, поэтому я не буду смешить девушку. А вы хотите принять участие в фотосессии? Да, наверное, нет, необходимо. А мне вот кажется, вам необходимо просто фотографироваться. Нет, не хочу. Ну и зря. А вы что мимо идете? Тут такая фотосессия классная. Очень классная. Ой, а давайте меня тоже вот в образе как-нибудь вот сексуально. Вот только без мусорки мы, да? То есть на фоне камеры, да? Я сексуально выгляжу? Так, эмоции. Самонациональная модель. Ой, вот это классная. А, это не я. А где сексуальная? Еще надо. Нет? Нет, так не сексуально. Получается, как Тайра Бэкс учила. Ну, сексуальная? Да. Вот это, да, предыдущее? Да. Предыдущее в другую сторону. А, это опять не я. Расскажите, как вот вы решили сегодня именно и почему организовать такую прекрасную фотосессию? Честно, не знаю. Саратов, думаю, очень любят такие мероприятия бесплатные. Они сподвигают их на что-то платное. А, тоже любитель бесплатных фотосессий. Прекрасная весенняя фотосессия подошла к концу. И, если честно, даже немного грустно. Но меня греет то, что очень скоро я получу свои прекрасные весенние фотографии. А с вами была Надежда Маско, специально для РЕН-ТВ Саратов.